Здравствуйте, это программа о душевном здоровье. Мы продолжаем наши врачебные консультации. И я зачитываю еще одно письмо от наших зрителей. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему мой организм на любые психические нагрузки отвечает небольшим повышением температуры тела в районе 37 с копейками? При этом еще краснеет горло и наблюдается странная закономерность. А именно, как только на меня накричат, устану чуть сильнее обычного или попаду в стрессовую ситуацию, на следующий же день у меня повышается температура тела. Что это такое? Как-нибудь можно от этого избавиться? Почему кричит мама, например, а я и молюсь, и прощения прошу за нее и за себя, и все равно болею? Я уже и не знаю. Обычно из внезапной болезни можно какой-то урок вынести, а тут что Господь от меня хочет? К тому же другие люди изо дня в день в стрессовые ситуации попадают и кричат друг на друга, у них же не повышается температура тела от этого. Я и анализы сдавала, они идеальные. Первый такой случай со мной был в реанимации, мы тогда не поняли с доктором, что это такое. Ну подумаешь, болит оперированная нога. А потом на первом курсе института стала температура повышаться. А теперь вот при малейшем волнении души, как говорит моя сестра, в тебе какие-то негативные процессы запущены. Но как их остановить? Дело в том, что если это болит душа, то помочь может только Бог. Если это сниженный иммунитет, то действовать должен человек, то есть я. Помогите, пожалуйста. В психиатрии есть такое понятие – психосоматика. И давно уже замечено, что различные внешние воздействия на человека, внешние впечатления, они, если они принимают хронический характер, особенно если человек находится в состоянии хронического стресса, то это может вызывать и стойкие изменения функции внутренних органов и телесные болезни. Наоборот, какие-то длительные хронические воспалительные процессы или опухолевые процессы в теле, они могут менять состояние человеческой души, человеческой психики. У человека могут формироваться различные психопатологические состояния, тоже стойкие, и приходится вмешиваться психиатрам. А здесь мы с вами видим такой, ну, можно сказать, необычный случай, когда есть какой-то такой телесный сигнал на изменение в душевной сфере. Вот когда у человека воспаляется его гордыня. Вот кто-то накричал, человек обиделся, он считает это несправедливым, он возмутился, и вот, пожалуйста. Кроме того, что у него воспалилась гордыня, у него еще воспалилось горло, и прямо видим признаки воспалительной реакции в организме, повышение температуры до субфебрильных цифр. Можно этому человеку только позавидовать. Это такой прям красный сигнал, если посмотреть в это время в горло человеку, о том, что у человека неблагополучно в его духовной сфере, ему есть над чем работать. Не у каждого человека это есть. Многие люди и горло не краснеет, и даже лицо не краснеет, и человеку даже не стыдно за те грехи, которые он совершает, за жизнь по страстям, когда человек просто становится одержим своей гордыней и упивается этим. И ему это нравится. И ничто не беспокоит, ничто не болит, ничего не воспаляется. Поэтому я считаю, что это какая-то особая забота Бога об этом человеке. Я не думаю, что это представляет какую-то опасность для здоровья и жизни. А вот научить человека заниматься духовной саморегуляцией, это может. Это может привести человека к Богу и в церковь. Да и потом, даже если вот это будет неким таким стойким состоянием до конца дней,
Я не думаю, что стоит от этого особенно беспокоиться. Рано или поздно мы всегда приобретаем какие-то хронические заболевания, которые будем нести потом в течение всей жизни. Вот это письмо само по себе, оно должно научить нас тому, что, во-первых, человек – существо целостное. В человеке, как в триедином существе, соединены два мира – духовный и материальный. И эти два мира в человеке, они настолько взаимопереплетены, их жизнь и бытие как бы настолько взаимообусловлено, что мы всегда должны иметь в виду вот это единство человека. Мы должны всегда это знать и очень бережно относиться к человеку. Очень бережно относиться к тому, что мы человеку говорим, что он видит. И сам человек в отношении себя, он должен быть в этом смысле обеспокоен. Вот церковь учит своих чад хранить чувства. Что это значит? А это значит, что человек должен быть очень разборчив в том, что он видит, на что он смотрит, что он слышит, к чему он прикасается. Или с кем он общается, кто с ним говорит. Потому что это обязательно скажется на всем человеке. Это скажется на состоянии его телесного здоровья. И тогда мы узнаем, что такое психосоматика. И если мы не храним свои чувства, если мы позволяем себе все возможные чувственные удовольствия, если мы позволяем себе слушать, читать, смотреть все, что просто нам нравится, все, что щекочет нам душу, то тогда не надо удивляться тем заболеваниям, которые вслед за этим возникают. В медицине то и дело. В медицине, которая занимается телесными болезнями, мы то и дело встречаемся с загадками по поводу причин возникновения болезней. Там прямо так и написано. Этиология заболевания неизвестна. Этиология, то есть причина, происхождение. Кто-то высказывает одну точку зрения, кто-то высказывает другую точку зрения. Особенно это касается заболеваний психической сферы. Ну и в телесной сфере тоже очень много загадок на эту тему. Очень много необъяснимого в причинах возникновения аутоиммунных заболеваний. Когда наш иммунитет начинает принимать клетки собственного организма как чужеродные и атаковать их. И происходит некое наше телесное самоубийство. Наше тело убивает само себя. Иногда очень быстро, буквально как из выстрела, как выстрел из пистолета, когда у человека развивается острый анафилактический шок. С отеком гортани, и человек просто задыхается. Или когда человек десятилетиями мучается от каких-то аутоиммунных процессов, от тяжелых хронических этих заболеваний, бронхиальной астмы, аутоиммунный тиреидит, там, системная красная волчанка, неспецифические заболевания легких и так далее. Много-много этой патологии. Артриты. Откуда это? Сказать стопроцентно, что причина этих заболеваний вот такая-то, никто не может. Но даже тогда, когда ученые, медики пытаются гадать, они всегда духовную сферу, душевную сферу человека, как бы оставляют за скобками. А ведь человек, как мы уже с вами выяснили, это единое существо. И состояние нашего иммунитета во многом зависит от того, что мы видим, что мы слышим, что мы воспринимаем,
в качестве внешнего впечатления и от того, как мы к этому относимся. Обиделись мы или не обиделись, возмутились или не возмутились, понравилось нам это или не понравилось, превознеслись мы, возгордились от похвал, или наоборот, мы впали в отчаяние от критики, и так далее, и так далее, и так далее. А зависть, вот эта духовная болезнь человека, она самым разрушительным образом сказывается на человеческом теле. Мы это видим по острым реакциям на зависть, по тому же сердцебиению, по той же одышке, по потоотделению и, наоборот, по ознобу кожному. Но ведь эти острые реакции запускают какие-то и хронические процессы. А если мы завистники по сути, то тогда мы будем все время находиться в состоянии хронического стресса, и когда-то даст сбой наш иммунитет, и мы получим целый набор аутоиммунных заболеваний, и будем от этого погибать, сокращать себе жизнь. Так вот, именно об этом христианство. Христианство говорит о том, что состояние телесной сферы человека напрямую связано с его духовным состоянием. Не просто связано, а оно обусловлено состоянием духа. Наше тело чувствует себя так, как настроен наш дух. А наш дух может быть настроен только правильно, только тогда, когда человек живет по заповедям Божьим. Тогда, когда человек научен церковью бороться со своими страстями, изживать свою духовную патологию благодатными церковными средствами. Наше тело может рассчитывать на более или менее полноценное функционирование долгие годы, тогда, когда человек осознанно, иногда с усилиями над самим собой, укладывает себя в духовно-нравственный закон, Богом установленный. То есть в Богом установленный порядок вещей. Церковь так и говорит, когда человек живет по заповедям Божьим, когда человек церковный, и когда он находится в послушании церкви, для горделивого сознания это невыносимо, это невозможно. Ну, простите, это залог здоровья. И мы с вами помним эту, я даже не знаю, советскую или еще досоветскую поговорку: «В здоровом теле здоровый дух». Все наоборот. Тело здорово тогда, когда здоров дух. Это выверенное временем, подтвержденное многолетним, столетним опытом жизни людей в церкви. Вот это корреляция, зависимость духа, вернее, нашего тела от состояния духа. Мы же видим, что тогда, когда европейское общество начало выходить из церкви, дехристианизироваться, отказываться от жизни по заповедям Божьим, оно начало болеть. Достаточно посмотреть на наш народ сейчас. Несмотря на все усилия медицины, мы видим рост заболеваемости. Почему? Да потому что мы утратили самое главное, самый высокий уровень саморегуляции духовной. Поэтому только на путях выцерковления человек и может обнаружить вот эту удивительную зависимость между духовной и телесной сферой в своей личности. В следующий раз мы продолжим разговор на эту тему. Я напоминаю, что мои лекции «Школа православного самосознания» вы можете заказать по телефону в Екатеринбурге 219-71-21. Подробности на сайте Боровских.ру. Сегодня я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и с Богом!